Всем добрый день! Сегодня мы здесь с вами собрались по поводу. У нас первая двойня, зарегистрированная в Матвеево-Курганском районе в 2022 году. И принято считать, что семья рождается в ЗАГСе. И мы вам напомним, что 25 января 2003 года вы со своей будущей супругой решили создать семью в этом зале, да, бракосочетание. И дети 25-го родились. Да. Не старались. И настоящая семья становится семьей с появлением малышей. И от счастья замирает сердце, когда такое чудо приключилось. Два брата, два богатыря в один денечек вдруг родились. Мы поздравляем маму, папу, а также милых малышей. Запомнить надо эту дату, всем счастья пожелать скорей. Пускай растут орлята крепышами и радуют здоровьем всех. Счастливыми пусть будут малышами, их ждет удача пусть и сказочный успех. Уважаемый Петр Леонидович, ну и, конечно же, ваша супруга Нина Александровна, 25 января 2022 года в вашей семье произошло двойное и радостное событие. На свет появились двойняшки. Ваше будущее, ваше счастье. Это ваша надежда, Илья и Леонид. И в вашей семье это четвертый и пятый ребенок. И вы не просто счастливые родители, а вы многодетная семья. И в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, отделом записи актов гражданского состояния администрации Матвеево-Курганского района, составлены актовые записи за номером 38 и 39 от 11 февраля о рождении Калякина Леонида Петровича и Калякина Ильи Петровича. Уважаемый наш многодетный папа, просим пройти и поставить свои подписи в записи актов о рождении малышей. Значит, первый богатырь. Теперь здесь. Теперь Леонид Петрович. Илья Петрович здесь. Здесь. Ну и разрешите вручить первый документ в жизни любого малыша – это свидетельство о рождении. Леонид Петрович, Калякин Илья Петрович, мы вас торжественно поздравляем. И с этим замечательным событием вас сейчас поздравит Дина Владимировна Алборова. Петр Леонидович, я уверена, что вы передадите самые искренние слова благодарности и поздравления вашей супруге на сегодняшний день. Вы стали настоящей семьей. У вас все я. Поэтому, дорогие ребята, вы получили и берегите теперь два маленьких ангела. Пусть они наполняют вашу душу чистотой, радостью. Пусть эти два маленьких создания приносят вам гордость и счастье жизни. Пусть ваша семья будет наполнена благом, полной чаши любви, взаимопонимания, доброты и уважения. Цените жизнь, потому что теперь вы в ответе за этих маленьких созданий. Я искренне поздравляю вас с рождением двойни, и мне очень приятно, что год в нашем районе начинается вот так урожайно. Здоровья вам, радости, счастья, всего самого доброго. Ну и позвольте мне, пожалуйста, вручить вам вот такие поздравительные открытки. Спасибо. Ну и небольшой спасибо. Подарок. Присоединяется губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, дарит такие губернаторские поздравления родителям. Здесь очень емкие слова. Прочитайте под звон хрустальных бокалов дома. И чаще романтические вечера супруги своей героини устраивайте. Это вам. Ну, я предлагаю фото на память сделать, да? Да, давайте, да.